Привет! У микрофона Виринч, и сегодня я решил запилить для тебя немножко полезные инфы на Мираже, если ты играешь в КС-очку. Вот. Тут в этом видео будет 4 смока. Вот. И одно такое, ну, местечко, скажем так. Ты это увидишь в ролике, вот. В ролике, ну, практически нету монтажа, то есть, где все показывал, да, сам туториал, это снято одним дублем. Типа, ну, зачем мне морочиться насчет монтажа, ебать, я этого не умею, я только хуже сделаю. Да, я стараюсь развиваться, но лучше уже это со временем проходить. Так, что я хотел? Давай так, если тебе ролик понравится, если ты прям посмотришь, да, ты насладишься, да, ты эту инфу впитаешь в себя, да, а потом будешь ей пользоваться, то есть у тебя подписка, лайк и колокольчик. Да, вот так вот. А что ты хотел? Думал, я тебя учить просто так, да? Нет, друг. У тебя подписка, лайк и колокольчик. Угу. Если ты это уже сделал, то зимба. Приятного просмотра. Чё ещё? Вот. Для первого смока мы приходим на Б, а именно на Forest, вот на эти ступеньки. Берем смок, ищем прям вот уголок, вот мы прям в упор встали. И видите вот ту вот полосочку, да? Мы должны кинуть чуть-чуть, ну совсем капелюсечку левее ее. То есть мы кидаем. И нам это дало вот такое вот преимущество. Видите, вот там вот дверь, да? И смотрите, когда будет кто-то идти. Вот, идут, да? Они заходят. Никто даже не подумает, ну, пока вы не используете этот смок, что тут кто-то есть. Ну, вот там вот, прям высматривает. Да, и видно плоховато, согласитесь. Даже вот так. Вот. Ну, что это? Только вот так, как-то. Но вы за это время успеете его убить. Так, второй смок. Мы все так же на Б. Смотрите, где идея. А, вот она. Вот такую вот плиточку ищем. Вот, вот она. И берем опять же смок. Отходим, ну вот, отводим немножко левее. И ниже чуть-чуть. Вот. Вы видите на экране все, как это происходит. И бросаем смок. Этот смок засмочит андер. Вот. То есть, если вам тиммейт из окна сказал, что в андре есть, вы можете ему всегда помочь своим смоком. Вот. Следующий смог он на А. Да, именно на А. И это смог за террористов. Вот. Сейчас вы увидите все это. Вот, а именно в пету. Мы выходим в этот вот уголок. Вот он, уголок. И ищем вот этот вот кирпичик. Берем вот немножко нежненько так по центру его и кидаем. То есть смотрите, у нас преимущество вот. То есть вы выходите сразу в эту дырку, но это при условии, что вам сказали, что на кичине никого, ой, на кичине настоящего никого нету. Вот тут могут выцеливать, конечно, но видно очень плохо, и вы будете знать, если вы знаете, что там кто-то есть, типа вы можете сразу порешать чувака. Так, что еще хотел сказать? А, также дополнительная фишка. Смотрите, приходим, вот мы в ниндзю, на ниндзя. И смотрите,
тут есть вот такая вот дырочка. Вот она, это маленькая дырочка. Вот. Через которую вы можете проследить. То есть, может кто-то выходить, вы его убили. Понимаете? Вот патрон. Текс. О, да, а, еще есть, короче, смог. Смотрите, если вы знаете, что кто-то на миду, да, вы берете чуть выше, чтобы попало в тот уголок, смотрите. То есть мы целимся вот аж туда. То есть мы выходим, смоком вы закрываете многое. То есть чуваки будут по-любому то целить отверстие. И вы, ну, должны постараться забрать чуваков. Вот. Вы должны постараться их забрать. То есть вы будете знать, что это то отверстие выцеливает. То есть вы сразу должны выйти и убить. Ну, то есть помочь вашему аватеру. Или же, если его забрали, то типа, дальше можно использовать. Тут вы можете сказать, что типа, че за хуйню ты толкаешь, ебать, можно же по-разному скинуть этот смог, что-то типа такого, вот ты показал из коннектора, тебя убьют быстрее, да, и тому подобное. Ребят, я вас не заставляю им пользоваться. Пользуйтесь теми смоками, которыми вы умеете пользоваться, те, которые, по вашему мнению, эффективнее. Я всего лишь показал как вариант, это не обязательный смог. Типа, не надо бомбить и тому подобное. Вот. Я знаю, что там можно по-разному как-то раскидать и тому подобное. Но, ребят. Канал мой. Показываю, что хочу. Возможно, кому-то это поможет. Так что не ругайтесь меня тут на меня. Вот. Ну и давайте будем продолжать смотреть заключение. Вот. Конец. Этот смог, чтобы выйти на мид и забрать противника. То есть, опять же, смотрите. Конечно, пока вы будете бросать, этот смог, ну, надо делать быстро. Если вы знаете, что это есть. Да. И вот. Видите, вот отсюда практически не видно. С отсюда, конечно, хорошо, что вас могут забрать. Еще вот позиция. То есть вот, смог. Ну вот, конечно, с отсюда вас могут выцелить, по идее. Когда вы будете бросать. Но ну, вы все же можете сделать такой смог. Ну, который... Не такое. В принципе... На этом все. С тебя подписка, лайк, колокольчик. Что еще? Вот, пиши в комментарии смоки, которые ты знаешь. И пригодятся ли тебе вот эти вот смоки вообще? Или я лох ебаный? И никому нахуй человек не нужен. Вот. Извиняй, Замат, Замат, извини, да. Замат, извини. Вот. О, кстати, вот влог к вам. Все. Всем бай-бай.